Всем привет, с вами Прия. А собственно, что в игре происходит сейчас, спросите вы меня? А происходит так, то, что мы раскачиваем соратников дальше, мы апаем им шестерым 925 эквип, и в дальнейшем мы лутаем квесты на то, чтобы они лутали 950 шмот. То есть следующим квестом, после того, как мы проапаем шестерых соратников 925 эквипа и получим новые квесты в Макаре, которые усилены по своим наградам, как крови Саргераса, так и изначального Саргерита, так и в голде увеличение небольшое, так и в рунах, хотя уже ненужных, в принципе, потому что есть бесконечные. Вот. После этого нам начинает прокать 950-я броня, комплект доспехов Ксенодара, и нам дают новых, как они у нас правильно называются, новые отряды. Это солдат армии света. То есть, получается, самые первые крокулы, которых нам дали, они имеют бонус в битве с препятствиями. Вторые имеют бонус в битве с заклинаниями. Третьи с прислужниками. Весьма полезно, весьма классно. Будут ли четвертые? Хороший такой вопрос и хорошая такая загадка на самом деле. Будем ждать, будем надеяться. Ну и, собственно, прокают очень классные квестики на очень классный шмот. Вы только вдумайтесь. Менее 8 часов, если квест идет, то вероятность повышена на 50%. Это очень сильно. Это реально классно. Ох ты, как тут все интересно получается. Я делаю вот так. А еще я сделаю вот так. Все отлично. И вот этот квестик отправлю одним соратником 200%. Ну, это вот новый шмот, собственно, воткнут. Хотя за место фиала я даже могу, наверное, что-то получше ставить. Фиал это более 8 часов на 40%. А, ну в принципе фиал он эпический, а это синка. То есть, мол, типа эпик прошлого дополнения равен синке нового дополнения. Ну что-то типа такого. Отсылать на 14 часов, но я особо не ускорю, так что... Да, можно, это сильно, на самом деле, это надо делать, конечно. Нацелился на Мисыша, хочу его сделать и снести, наверное, какого-то соратника. Какого, честно, даже не знаю. Это будет сложный выбор. Если за ДК кто играет, то подскажите, какого лучше из шести этих снести. Я посижу, почитаю, подумаю хотя бы по поводу этого. Вот, так что апаем соратников, надеемся на прок эквипа. Если же вы до сих пор не взяли эти квесты, то их стоит взять и их стоит начать делать. Самое начало цепочки начинает свой путь после того, как вы на Аргусе сделаете 3 из 3 глав. И после того, как вы пройдете престол Триумвирата хотя бы в героической сложности и добудете последний итом с лостового босса Луры, и когда поместите его корабль на Виндикаре. Виндикар преобразится, и появятся новые интересные квестики, связанные с развитием вашего оплота, а конкретно соратников. Развиваем соратников, готовимся к 7.3.5, к выходу рейдового контента, который, мне кажется, уже не за горами, и наращиваем мощь наших соратников, чтобы они соло могли покорять легион. Только вдумайтесь, соратники, которыми мы управляем, будут одеты лучше нас. Сложно. Всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок побольше, берегите ноги. До скорого.